Послушаем тишину, да? Минуту молчания. Однако. Глубина метров 10? Да. Мой фонарь даже туда до конца уже не берет. Говно под нами. Еще и скользкая сволочь. Что? Понимаешь? Слушай, я не понял. Да. Леха, я тебя принимаю. Понятненько. Вот интересно по поводу вот этого коридора. Здесь же эта железная дорога была, узкоколейка. Была. А что, рельсы на металл спустили? А там дальше что-то есть? Да. Сейчас. Продолжение следует...
К вам летучая мышь летит? Когда высотки, проще было как-нибудь там в районе высоток сосредоточить, будут просто... Слушай, я не знаю. Зачем? Дебилы. Это не ко мне, это товарищу Петрубьянову. Петрубьянову? На Петрубьянской туннеле. Петьки на туннелях, которые немножко подкорректировали железку сюда поставили. Тут летучих мышей вообще, блин. По-моему, тут одна и та же. Мне уже забыла. Вопрос, как Бэтмен сюда добрался? Оттуда? Ну, не забрался, а крыльями махать. Так. Ну, круги наматывать ему не лень, понимаешь ли, чтоб ты его сфоткал. Может быть, даже я оттуда там. Просочился, может, оттуда. Тудулы. Да, может быть, даже там есть как-то. Не, ну почему, если где-то какие-то есть? У нас развалится же все со временем. Может, где-то там? Да, темный рыцарь. Горячий. А, уже, ну, уже остыл. Нет. Утеплитель. Да. Включай. Поджарим. Мотор. Серьезно, дай тебе рекомендую. Резидент Эвил. Леха! Смотри сюда. Чистый 167. Я и третий смотрел. А что, учительница? В смысле? Что, он там по Бэтмену стреляет? Нет. А, Бэтмена можно пристрелить. Да. Не бей Бэтмена. ICQ? Интересный способ. Не помню. Да, причем... Да, тут всяких хватает, имбецилов. Да, выбираю, если потолок осыпается, нет? Да, как тогда, да? Если он осыпется, то немножко... Ладно, двигаемся обратно. Подожди, а может быть это такая детка? Ловите его, а не фоткайте. Домашнее животное поймайте себе. Он летел, опять залетел. Он садился, как на сцену.